На улице Смирягина в Новомичуринске большой аврал. Сразу нескольким домам меняют одежку. Из унылого серого эти дома превращаются в бело-желтые. Но это лишь видимая часть работ. По программе фонда капремонта здесь начисто перекладывают крышу, меняют инженерные сети. На языке специалистов это 26 конструктивных элементов. И что самое важное, все работы подрядчик ведет за свой счет. Ну или почти за свой. Подрядчику оплачивается аванс в размере 10%. Все остальные работы он выполняет исключительно за свой счет. Ну, для этого договором и предусмотрено, что подрядчик, во-первых, он должен быть в реестре квалифицированных подрядчиков. Только после этого он имеет право, допускается к электронному аукциону и может участвовать. Аккуратная табличка на доме номер 19 дает исчерпывающую информацию. Кто, когда и в какие сроки подрядчик обещает уложиться день в день. Участвовал порядка 10 домов, фасады, кровли, система водоснабжения, горячая, холодная. Выполнено, значит, закончено практически 2 фасада, 2 крыши, в работе еще 3 фасада и 2 крыши у нас, получается, не законченные. Планируем в этом году все закончить, ну, в течение месяца, я думаю. В этом году в Рязанской области капитально отремонтируют более 500 домов, 1100 конструктивных элементов. О том, почему в этом году с подрядчиками фонд капремонта работает по новой схеме, куда конкретно идут деньги с платежек населения и можно ли приблизить дату капремонта своего дома, смотрите в программе «Городские встречи», которая скоро выйдет в эфире нашего телеканала. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город».